Привет, я Сергей Бельмесов. Сегодня я расскажу вам, как делать рейли. Рейли – это прыжок из обычной стойки, так что доска поднимается выше головы, находясь сзади вас. Разгоняетесь, ставите кайт примерно на 45 градусов. Сгибаете руки обязательно, начинаете сниматься. Откидываете плечи назад, подаете бедра вперед. Снимаетесь. Резкая зарезка. В этот момент вас начинает тянуть, выпрыгиваете и начинаете вытягиваться. Смотреть вниз, в принципе, это правильно. В таком случае у вас получается прогнуться хорошо. На приземлении нужно обязательно подтянуть назад планку к себе, иначе вы не приземлите правильно. Очень часто, когда планка остается вот здесь, люди просто теряют точку опоры и падают вперед в воду. С вами был Сергей Бельмесов. Увидимся.